Привет, ребята, с вами Каис, и я продолжаю свой марафон по Silent Hill, Silent Hill 2, уровень сложности Hard, второе прохождение, между прочим. Так, берем шкатулочку здесь, и все, больше тут, по-моему, ничего мне не нужно. Заходим в отель. Можно, кстати, сразу пойти к Лори. Даже нужно. Только карту возьмем вот. Так, какое оружие взять против этих существ? Рабаш? Которые тут сейчас будут. Так, Лора где-то здесь. Ну да, вот она. Так, подождите-ка, прежде чем уходить, нам нужно ключ рыбы взять от чемодана. Так, это все смотреть мне не обязательно, наверное. Так, ты мертв. Где второй? Вот. Так, по-моему, вот сюда еще можно зайти куда-то. Здесь дверь. Или не здесь это. А, вот здесь вот. Тут вроде бы манекены. Не помню в каком количестве. Ах ты. Ах ты манекен. Это тоже вроде не обязательное такое местечко. Просто патроны есть лишний раз. Вроде бы все. Вроде бы все. Блин, еще же эти палачи будут. Что, никто не респавнился, надо же. Так, мне чемодан открывать. Это где дверь? Вот это вот, по-моему. Да, по-моему, это она. Так, а что тут? Патроны есть? Еще патроны? Да, вот он, этот чемодан. Используем, значит, ключ. И берем другой ключ. Так, все тут вроде бы. Ну, вроде бы да. Так, я вот не помню, что здесь у нас. В нормальной реальности. Есть ли что? А, вот патроны, да. Еще что-то есть. Напиток. Лечебный. Так, а здесь тоже патроны. Все что ли? А, ну вроде все. Так, я знаю, откуда ключ. Вот отсюда. Тут таких два монстра ходят. Ах ты, заразина! Отпусти! Да отпусти ты! Вали его, Джеймс! Так, там второй! Второго тоже вали! Так, нет, не эта дверь, вот эта. Так, тут что у нас? Растворитель? К
Ключ от служебного лифта. Ну да, все правильно. И вот тут надо растворитель использовать. Так, а я взял этот растворитель? А я же его не взял. А, стоп, точно. Я же его не взял. Он же у нас внизу вообще находится. Да, кажется, здесь находится он. Так, тут сейчас эти манекены. Лежать. Лежать. Да, вот растворитель. Совсем про него забыл. Так, ну вроде этих больших больше не будет врагов. Типа папочки. Да, это нам надо, чтобы взять вторую шкатулку. Дарк. Дарк слово. Слово, кстати, поменялось тоже. Дарк. Отлично, открываем. Берем шкатулку. Так, теперь мне к служебному лифту нужно идти. Стоп. А я же не взял что-то. Ну ладно, это потом, наверное, возьму. Сейчас долгое время придется без оружия вообще ходить. Ну как долгое? Не слишком прям долгое. Так, что тут у нас есть? Напитки. Да, подлечиться бы надо. А хотя я подлечен. А, пока я не вызову тревогу и не прочту под кнопками лифта важную информацию, я ничего не смогу сделать. Понятно. Все вот так вот оно устроено. Много придется чего убирать. Да, я ни разу не читал ни письмо, ничего такого. Для концовки Марии это не нужно. Так, ну что ж, куда отправляемся? На первый, по-моему, этаж. Да. Так, тут сразу же, я помню, возьму третью шкатулку сейчас. Так, а вот где? Здесь, где-то здесь. Одна дверь. Вот это, да? Ну да. Вот она. Шкатулка. Так, тут еще пару комнат можно открыть. Но они находятся уже здесь.
Так, и по-моему это... Вот эта комната первая. Да, берем тут видеокассету, консервный нож. Вроде бы все. Так, еще какая-то дверь тут откроется. А, ну да, та самая дверь. В темноте он даже не может разглядеть, что это. Ну, тут чисто патроны взять. Так, по-моему, все. Теперь на лестницу. И вот сейчас будут манекены. Берем ключ от бара, аптечку. Ах ты сволочь. Пусти. Так, тут у нас напитки. Используем консервный нож. Берем лампочку. Так, вроде бы все. Бар. Ну да, вставляем лампу. Вот сюда вот. И выходим. Куда теперь? За вещами. Этих я убил. Да, пойдем заберем свои вещи. Я, кстати, ключ не взял от номера 312. До сих пор. Так, вот эти, кстати, манекены вообще сейчас исчезнут, как я оружие возьму. Так, все забрал. Ну все, можно сохраниться, правда. Пофиг, сохраняем. Да, я, кстати, после лодки так и не сохранялся, забавно. Куда теперь бежим? Шкатулки. Шкатулки. Это про русалочку. По центру тут русалочка. Золушка, по-моему, здесь. Да, здесь Золушка. Нет. А справа... Белоснежка. Все, включаем музыку. Ключ-то я не взял. Все, валим отсюда. В
312 номер. Поднимаемся вверх по лестнице. Не понял. А почему? Я же взял ключ-то. А, стоп. А, я же не взял. Да, я же не взял. Я тупой. Тут же ключ. Еще можно взять. Чего же я его не взял? Вот, все, взял. Так. Открываем лестницу, заходим. Так, тут, по-моему, больше ничего нету. Так, кассета у меня. Используем. И выходим. Так, по-моему, налево. Ну да, тут сейчас много беготни. А, стоп. Но мне, по-моему, туда не надо идти. Прослушивать этот монолог. Так, вот тут у нас патроны есть. И вот в эту дверь. И дальше. Так. Еще две ампулы в лифт и в подвал. В самый подвал. Так, он сам поедет, что ли? Нет. Так, бар. Затопленный бар. Тут у нас хорошая заначка. Патроны. Еще аптечка. И все, да? Окей. Так, я не помню, в какое место бежать. По-моему, куда-то сюда, нет? Да. И назад. Это мы Анжелу встретили. Сейчас я попаду на нормальную лестницу. Поднимаемся наверх. Так, еще один коридор, ну тут чисто бежим до конца, вот сюда. А, мандарины, горькие на вкус. Так, ну и что, готовимся. Я не знаю.
Нужно ли вообще стрелять будет? У меня вот пистолета много. Могу из пистолета пострелять. Чё, из дробовика-то стрелять? Ну да, но здесь надолго. Очень надолго. Ай! Я чё так быстро поранил? Взял меня, поранил. Козлина. Здесь можно на самом деле вообще без стрельбы обойтись. Сомневаюсь, что это хорошая идея. Все-таки это как-то ускоряет суд Джеймса, чем просто бегать из угла в угол, ничего не делать. Ай, зацепил, да. Зацепил. Хотя бы по патрону выстреливаю. Так, что там со здоровьем-то? Зеленого подлечусь, ладно. Я очень долго бегал вчера, вот, когда играл на каноничную концовку. Я не думаю, что сегодня оно быстрее будет. Вчера я винтовку не так вот тратил на ней. А сегодня пистолет. Я трачу. Патрон еще много. Пистолет мне не жалко. Выстреливает слишком жирно, наверное. Два раза кольнули. Так и убить могут быстро. Так, ну можно ампулу, кстати, использовать. Она как бы заглушает боль. О, а где второй? Убежал. Так, перезарядка. Долго я бегаю, конечно. Долго. Они ходят быстро.
Жалко, кстати, копья нельзя забрать у них. Вместо этого тесака забрать вот эти копья. Да что? Достал все-таки. Ну или дробовик, может. Может, дробовик по двоим будет бить. Кучнее будет. Хотя... Хотя, конечно, не знаю. Не уверен. Скорее всего, просто тут отсчет таймера идет. Так и убить могут. Ну нафиг. Лучше я побегу. Ну, не знаю, что влияет на это. На продолжительность. Знаю, что на харде всегда тут долго. Минут 10, наверное. Зарядки поймали. Поймали гады на перезарядке. Да, я очень надеюсь, что концовка Марии у меня еще получится. Че, еще живы, да? Печально. Печально. Печально видеть вас. Живым. Удохните вы. Надо почаще все-таки вот так стрелять. Да, почти весь пистолет стрелял. Поймал опять. Засранец. И опять поймали. Хреново дело. Вообще не вижу смысла тут в стрельбе. Я бы мог бензопилу взять, блин. Хотя нет, наверное, болезненно было бы.
что там по патронам? Ну, есть еще. Дня продолжается. Поймал. Лишняя трата аптечек-то. Не, мне кажется, тут надо просто бегать 10-15 вот так вот. Ничего не делаем. Пока вот эта музыка, наверное, не закончится. Сколько раз она повторяться должна. Подошел. Но не умирает еще. Последние 8 патронов в пистолете. Не знаю, что делать. Бой продолжается. Ну как бой, суть. Ничего не происходит. Сколько вот патронов еще? Все. Нет патронов больше. Чё, возьмем винтовку? Из дробовика и стреляем. Из дробовика слишком долгая анимация, конечно. Да. Я еще и промазал, я еще и не попал. Слишком много я трачусь. Да что б вас?
какие вы быстрые все-таки, а, ребята? Да сдохните вы. Ах. Не хочет заканчиваться этот суд. Продолжается. Что еще нужно сделать? Опять попал в меня. Бесспорно. Я не знаю, что делать. Они не хотят самоликвидироваться. Так и погибнуть можно, если увлечься. Может, из винтовки пострелять? Я вчера стрелял, смысл? Какой смысл, блядь? Хоть из дробовика стреляй, хоть из винтовки. Тут у меня нет, сука, аптечек. Откуда тогда? Ничего не помогает. Что, замедлили? Или не особо? Я не знаю. Вроде да, вроде уже они куда медленнее, чем ходили. Все-таки какой-то урон есть, наверное. Хотя нет, сейчас он попал. Продолжает меня казнить. Но я не знаю, птичек мало останется. Вариант ли это? Дверь пощупать нельзя, да? А, можно, она закрыта. Пощупать можно. Да, столько хилок слить. Где вы там?
активизируйтесь. Я не хочу больше тратиться по аптечкам. Я не знаю, сколько это времени занимает. Они все продолжают ходить. Ничего не помогает. Винтовки у меня много еще. Мне ее еще оставить. Ничего не происходит. Я уже сколько так бегаю? Ну, 15, наверное, да? Ну, очень долго. Да что вас? Я выдержу еще один удар, да? Что ты так близко-то встал, блин? Выдержал, Джеймс. Молодец. Почему они не хотят умирать? Назад уйти, наверное, не вариант это. Давай уберу оружие из рук. Все, я не хочу больше стрелять по ним. Сколько ждать? Ах ты, поймал меня, на то, что я в стенку врезался. Да. Я чувствую, я так... Финальный бой-то я не выдержу. Столько потратился.
чтобы кругов еще нарезать. Но в другую сторону. Побежим. По часовой стрелке. Ничего не происходит. Вот так ходит, как шли, так ходит. Бред же, не должно же быть такого. Сейчас поймает меня. Ну правильно. Все-таки надо стрелять, походу. Они дышат в затылок. Ну что это такое? Не так быстро догонят. Сколько стрелять вам нужно? Пирамидочек. Не убьет сейчас. Явно убьет. Можно подумать, как будто все заглючило. Что? Так, ну здоровье вообще хрень. О, все что ли? Да. И как жить после этого? Мне, конечно, можно пойти сохраниться, но аптечек мало. Надо сначала яйца, правда, вставить. Так, вставил первое яйцо, теперь второе яйцо. Ну, пойдем сохраняться. Да, пострадал я, конечно, слишком. 4 ампулы, 4 аптечки. Ну посмотрим, как этого мне хватит. Я сомневаюсь. Так,
Тут, по-моему, только одна дверь, вот эта вот, на выход из отеля. Так, не слушаем до конца этот бред. Мэри? Что ты хочешь, Джеймс? I brought you some flowers. Flowers? I don't want any damn flowers. Just go home already. Mary, what are you saying? Look, I'm disgusted. I don't deserve flowers. Все. Between the disease and... До конца не слушаем. Да вроде для счастливой концовки тоже, по-моему. Не стоит это слушать до конца. Поднимаемся наверх. Блин, ну мало аптечек. Не знаю. Да, вот, видите, она на кровати сидит теперь, концовка Мария. James, I've been waiting. Mary. I'm sorry it took so long. Didn't you want to see me? Yes. I wanted to see you, even an illusion of you. That's why I came here. It's not true, is it? You killed me. I couldn't watch you suffer. Don't make excuses, James. I know I was a burden on you. You must have hated me. That's why you got rid of me. It's true. I may have had some of those feelings. It was a long 3 years. I was... tired. That's why you needed this... Maria person? James, do you really think I could ever forgive you for what you did? Так, главное близко к ней не становиться. Да куда ты стреляешь? Да. Ладно, летучая мышь, она же еще и глушит. Отпусти! Мало. Может, она, конечно, не помощнее. Все, что ли? Нет, не похоже. Эх, есть еще хпшка.
Отпусти меня! Отпусти! Да, надо подлечиться, я думаю. Хотя бы ампулу. Так, есть еще винтовка? 9 патронов. Так, она что-то перестала выпускать свои. О, ночь. Отвалить его. Чёрт. Нихрена себе они меня тут задерживают. Так, один патрон положил остался. Один чёртов патрон. Всё, винтовка закончилась. Берем дробаш тогда. Дробаша много. Патроны. Есть еще патроны. Если хватит ли мне аптечки? На живучий. Нет, еще живая. Так, мы добиваем ее. Можно, кстати, попробовать бензопилой это сделать. Где получится ли? Ну, что-то не получается. Ну ладно. Берем великое лезвие. Так, ну, рубаем ее. И смотрим концов. You killed Mary again? That wasn't Mary. Mary's gone. That was just something I... Maria? Maria? What, James? I want you. I want you with me. Are you sure? Come on. Let's get out of here. What about Mary?
It's okay. I have you. In my restless dreams, I see that town, Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you. Waiting for you to come to see me. But you never do. And so I wait, wrapped in my cocoon of pain and loneliness. I know I've done a terrible thing to you. Something you'll never forgive me for. I wish I could change that. But I can't. I feel so pathetic and ugly laying here, waiting for you. Every day I stare up at the cracks in the ceiling, and all I can think about is how unfair it all is. The doctor came today. He told me I could go home for a short stay. It's not that I'm getting better. It's just that this may be my last chance. I think you know what I mean. Even so, I'm glad to be coming home. I've missed you terribly. But I'm afraid, James. I'm afraid you don't really want me to come home. Whenever you come see me, I can tell how hard it is on you. I don't know if you hate me or pity me, or maybe I just disgust you. I'm sorry about that. When I first learned that I was going to die, I just didn't want to accept it. I was so angry all the time, and I struck out at everyone I loved most, especially you, James. That's why I understand if you do hate me. But I want you to know this, James. I'll always love you. Even though our life together had to end like this, I still wouldn't trade it for the world. We had some wonderful years together. Well, this letter has gone on too long, so I'll say goodbye. I told the nurse to give this to you after I'm gone. That means that as you read this, I'm already dead. I can't tell you to remember me. But I can't bear for you to forget me. These last few years since I became ill, I am so sorry for what I did to you, did to us. You've given me so much, and I haven't been able to return a single thing.
That's why I want you to live for yourself now. Do what's best for you, James. James, you made me happy. Something about that cough. Здесь, как и в первой части, тоже отличается финальная тема, музыкальный титр. Так, ну вот, титры подходят к концу, сейчас будет статистика. Вторая концовка должна быть открыта.
Ну да, вот концовка Марии. Открытый концовок. 2 из 4. Сохранение 22. Общее время 3 часа 15 минут. Ну да, много. В лодке провел еще. Убиты в борьбе 75. Убиты стрельбой очень мало. Ну и предметов я мало собрал. Конечно, сохраним. Вот почему бы сюда бы не сохранить во второй слот. Третье прохождение уже будет на счастливую концовку. Так, ну а на этом я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и услышимся в следующих прохождениях, в следующих сериях. Всем пока.